предлагаю вам сытный вкусный суп с шампиньонами к обеденному столу. Если вы еще не знаете, как приготовить грибную солянку с картошкой, то вам сюда, я покажу, как это сделать из доступных продуктов. Для солянки очистите овощи и отварите картофель, обжарьте лук с грибами и томатом, порежьте огурцы, отмерьте стакан рассола, сварите суп согласно пошаговой инструкции. Удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте продукты для солянки, воду поставьте на огонь и доведите до кипения, овощи очистите, промойте. Порежьте картофель кусочками среднего размера. В кипящую соленую воду добавьте картофель, огуречный рассол, варите 20 минут. Порежьте лук кубиками, грибы тоже должны быть порезаны не тонкими пластинками. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. На растительном масле обжарьте грибы и лук до полуготовности, посолите. К почти готовым грибам добавьте томатную пасту, протушивайте все еще 10 минут. Маринованные огурцы порежьте соломкой. К готовому картофелю добавьте огурцы, грибы с луком и томатом, зелень, специи, проварите 5 минут, в конце варки добавьте оливки. Подавайте солянку с кусочком лимона, сметаной и зеленью, приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Вода 2-5 литра, картофель 300 грамм, шампиньоны 300 грамм, огурцы маринованные 200 грамм, лук репчатый 2 штуки, рассол огуречный 1 стакан, томатная паста 2 столовые ложки, масло растительное 3-4 столовые ложек, оливки 100 грамм, лимон 0,5 штуки, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, лавровый лист 2 штуки, зелень по вкусу, количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем добра, заходите еще.